Здесь все зависит от головы. Что в голове заложено и какую цель мы преследуем. Потом мышцы будут выполнять то, что запрограммировано головой. Вот, поэтому для меня задача была максимально налить мышцы крови, да, и потом эту кровь преобразить именно в мышечную массу, напитать ее белком. То есть это такой подсознательный момент, который как бы я всегда в голове думаю, ага, значит, я это сделал, сейчас надо ее укрепить, сейчас дать определенное количество углеводов, чтобы ты восстановилась, чтобы ты... И там должно остаться. И мышцы должны болеть как можно меньше, и чтобы не было скопления молочной кислоты, да, которая позволит долго отращивать. Мне кажется, что когда мышцы болят, это немножко уже перебор. Если я тренирую бицепс, то все остальные группы мышц должны быть расслаблены. Независимо от базовых упражнений, изолирующих упражнений, должна работать именно та группа мышц, на которую я сконцентрировал. Это важно. То, что говорит метаболизм, там все это говорит, идет от нашей головы. То есть все, многие там выработки тестостерона, все остальное, очень много идет от нашей головы. Как мы можем управлять своим телом? Это, ну, я скажу так, что это искусство такое достаточно, такое серьезное, да, и которое все-таки мне хочется, чтобы бодибилдинг распознавали как не просто качков, как раньше было это принято, которые имеют большие мышцы, голова у них для того, чтобы куда-то есть. На самом деле нет. Бодибилдеры, как переводится бодибилдинг, строительство тела, это отображает максимальные возможности человеческого тела самого массового видового спорта на земном шаре.